Всем привет, всем привет, с вами Шмагу на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием The Messenger, которая напоминает очень сильно времена Дэнди. Как нас зовут? Мы же знаем, как меня зовут. Ой, подожди, а как удалить? Нет, подожди, это не стереть? Ага. А я перепутал. Оп. Это очень важно для игры, на самом деле, да. Так, а, да, пробел. Тут на пробел нужно все нажимать. Тут, короче, вообще, как обычно, очень такое управление очень странное. Во всех таких вот играх все время почему-то по умолчанию очень странное управление. Вот еще день прошел, так называемый герой Запада так и не объявился. Ну и раньше на тренировках царило веселье, а теперь мы только делаем, что зубрим скучные пророчества. Армия демонов, то магический свиток, это... За много веков так ничего и не произошло, так почему же мы до сих пор прячемся? Вот бы покинуть это место и отправиться исследовать мир. Все сюда, начинаем урок истории! О, здорово, очередная лекция. Наверное, этот раз лучше все же сходить. Восьмибитная музычка. А, слушай, тут тоже, видишь, собирание есть. Опа. Здорово. Кто тут главный? Самое время спрятать новую дорожку, продемонстрировать нам свой облачный шаг. Прыжок, удар, прыжок. Ой, извиняюсь. А, я могу. Облачный шаг проще простого. Если тебя обучили его технике, прыгай, атакуй, снова прыгни. Ты сможешь не оставаться в воздухе, пока у тебя есть кого или что атаковать. Угу. Да я понял. Ай! Да иди нахер. Тут, короче, просто атака на левый контрол. Ого, вы только посмотрите, кто решил почтить нас своим присутствием. Че? Ну что, прошли все, что требовалось? А ты все бунтуешь? А чё смысл всего этого? Мы ничего не делаем, просто загниваем в этом укрытии. И видишь, тебе не удалось спасти всю важность мудрости наших предков. Но уверяю тебя, угроза нападения на нас, армии демонов, больше, чем реально, если они... Опа, а вот и они. Восьмибитная музыка. Они вернулись! Но все это неправильно! Герой Запада должен был спасти нас! Берегись! О, здорово! Сожгите всех! Пусть делишки преклонят колени! Не торопись, великан! О, а это еще кто? Это все, что они смогли выпустить против нас? Жалкий человечишка, приготовься к смерти. Я готов, давай. Этот звук, это невозможно! Опа, это западный воин? Видимо, да? Опа-на. Фига себе. Похоже, сегодня удача на твоей стороне, Барматазель. Да, мой король. Присмотри за этим червяком. Конечно, мой король. Вас благодари судьбу, ниндзя. Мои приспешники с легкостью расправятся с тобой в осенних холмах. Опять разговоры? Ты, это правда? Я не знаю, как еще озвучивать, у меня закончились голоса. Ты герой Запада? Что-то вроде того. По правде говоря, мне следовало прийти намного раньше. Похоже, в толковее от тебя здесь никого нет, так что у меня для тебя будет крайне важное поручение. Возьми этот свиток и принеси его через весь остров. Твоя задача добраться до ледяной вершины, где тебя будут ждать три мудреца. Ну, к
кто ты? Почему этот свиток так важен? Ответ ты найдешь по пути. А сейчас справляйся к деревенским воротам, ночью просит защитить тебя на твоем пути к осенним холмам. Удачи тебе, гонец. Окей. Ты получаешь свиток. Тебя избрали на роль гонца, и ты должен все сделать по красоте, я понял. А мы так сразу в осенних холмах? Тихо! А, я знаю, как это сделать, смотри. Ой, сейчас. Да, блин. А у меня нету пока этих сюрикенов, да? Ай, ёптель-моптель. Блин. Ай. Да ёптель. Я сейчас сдохну. Мне нужна хпшечка. А как спрыгнуть вниз? Твою мать. Мой косяк. А спрыгнуть вниз нужно вниз и прыжок, да? Правильно я понимаю? Да я понял, но не хочу тебя читать, отстань. Там, короче, типа, он может меня восстанавливать, я понял. Подожди, а как эту тему сделать? Сейчас, стой. Да ёп! Блин, я забыл. Царяныч. Да блин, не надо на него прыгать. Давай, пулей. Еще раз. Опасно. Опасно. Сохранение? Подожди. А, все понял. Опа, телепорт. Опа-на. А, наконец, не ждал увидеть тебя так скоро. Что это за место? Это лавка. Что-то не похоже на лавку. А я похож на лавочника. В любом случае, я загадочный тип, которому предстоит наставлять и поддерживать тебя в твоей эпической миссии по спасению мира. Твоя задача отнести свиток на вершину далекой горы, где тебя будут ждать три мудреца из моего ордена. Твоего ордена? При тормозе! Но для одного диалога в окно нам много тебя. Слушай, просто иди на восток, да не забывай собирать все осколки времени, которые... Ну, я понял, да. Так, окей. Ручные... Ой, подожди, сюрикен. А, я могу вот увеличить всякое говно, удар ниндзя. А как у тебя, как выйти-то из себя? Подожди.
Я понял, а как из тебя выйти, чувак? А, все. Да ёп! Как из него выйти, я забыл. Ага. Пожалуйста, не трогай шкаф. А я не знал, что можно так делать. Я же мазал пока ниндзя, да? Тихо! Ага. А, там ничего нету. Я просто думал, там что-то есть. Твою мать! Твою мать! О! Я не знал, что они появятся заново. Упыри, блин. Опа, это что за животное? Хорош. Твою мать! Твою мать! Две жизни осталось, мазафака. Мне нужно сохранение срочно. Так, здесь что у нас? Так, сейчас, подожди. Блин, одна жизнь, это... Опа. Ты чё, мразота? Тихо. Да, прикольно. Так, ладно, сейчас всё сделаем. А, я же могу увеличить себе этот, да? Братан, ну-ка давай, улучшить. Атака на вражеские силы твоей атаки позволяет тебе уничтожить вражеский снаряд, ты можешь даже опираться на них во время... Понял. Удар ниндзя. А как удар ниндзя делается? Как уйти из тебя, ага. Я так и не понял, короче, как выйти, ну ладно. Подожди, как удар ниндзя делается? Не знаю, ну ладно. Да нет, я же нажимал прыжок, алло, братан, ты чё? А, можно же там подняться, смотри. Нет, нельзя. А, можно, нельзя? Я все собрал? Я что-то, подожди, запамятствовал. Да, все собрал, пошли отсюда. Да, я сказал, пошли отсюда. Да, я сказал, соцепи себе. Я хорош, да. Да, не хватало улучшения, короче, одного.
Ёб твою мать! Я ж пошутил. О, сохранение, отлично. А чё я смогу? Я на воде могу... Могу плавать, вы прикольно. Это реально, это... Реально Дэнди, ёптель-моптель. А как наверх мне? А, наверх мне через пробел, понял, всё. Ать! Чуть не попался. Опа. Течение, типа, да? Твою мать. А зелененький хпшки, понял. Не. Блин, надо было прыжок, на самом деле, наверх сделать на кнопочку. А, тогда бы я не смог это, да? Твою мать! Он там начал тонуть, падла тварь. Все всплывамба. Блин, я две штучки не взял, ну ладно, забей. Две штучки. Твою мать. О, хпшечка хоть. Ать! Там бамба. А, я могу через низ. Я просто убийца. Да. Или нет? Не. Сохраним бы. Это что за говно? Их нельзя убить? Они ничего не делают? А. Что подперся-то, а? Блин. А, я же могу так запрыгнуть. Почему я не могу? Твою мать. Иди на! Не, ну это бред, ну блин, ну ребят, ну это серьезно, не серьезно. А может пойти что-нибудь улучшить себе еще, нет? Или пока так? Да нет, забей, пока так. ХПшку взял, все, ушел. Мне, в принципе, ничего больше не нужно, я просто сам туплю, как этот, как черт. Иди нахер, я нажимал на прыжок. Твою мать.
Да блин, ну... Не беси меня. Твою мать. Подожди, я как туда забраться? А, по стене, блин, тупой, шмыга тупой. По стенке можно там забраться. Нет, подожди, а как, я не понимаю, мне нужно как бы на ту стенку... А, я понял. Не-не-не-не-не! Твою мать! Я еще просру тут, да? О, сохранение. Так, пойдем к нему сходим. Нельзя сюда зайти, что ли? А, нельзя. То есть телепорт только там был. Блин, хпшку надо было бы забрать, а как, я не знаю. Ой, ёб твою мать, я сразу вздыхаешь, понял. Хорошо. Хорошо, погнали. Ага. Да блин. Да блин. А, все. Твою мать. Твою мать. Да иди нахер, слышь. Кусок говна. У меня одна жизнь осталась, блин. Тяжело. Да нет, ну что ты делаешь? Да блин, я забыл, да. Сохранение? У-ля-ля. Не успели. Ну, сейчас пройдем. Не ссы. Хорош. Опа, это что такое? Что я собрал? Секретики какие-то, да? Что это такое? Так, похоже, что из тех, кто сворачивает протоптанные тропы. Что это за большая зеленая штука? А, ты это предмет, который ты разбил вместо того, чтобы подобрать? Это печать силы. В мире множество подобных печатей, но, по правде говоря, я не знаю наверняка, для чего они. Могу сказать одно, находите всех тебе совершенно не обязательно. Если ты из тех, кто никогда не откажет от дополнительных вызовов, всюду ищи потайные комнаты. Кто знает, может быть, ты получишь доступ к сверхмощному улучшению. В общем, я у себя в лавке. Так. Ну там же вон дорога есть, нет? Нету? Не обратно через эту письку? Хорошо. Забыл. Ага.
Да блин, спрыгни на. Так. Лезем, 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 да залезем. Лезем, лезем, да залезем. Печать. Печать зеленая, большая печать шлюхи, да? Получается такое что-то, типа того, или нет? Хорош. Опа. Иди, иди нахер. О, я могу это, улучшить что-то, да? Здорово. Левый shift и что-то еще я могу увеличить, пока ничего не хватает, да? А что я там взял? Что-то там взял, да? А, я сюрикены взял. Опа, босярский? Да ладно, босярский. Ну давай. Босярский, давай, давай, давай. Ой, это что за дерьмо-демон? Ой. А, я понял. Опа, ни хрена. Опа, ни хрена. Слышь, ну спрыгни, пожалуйста. Твою мать! Опа! Он злой! Еее! Вообще на изиче! На изиче! Все? Можем продолжать? Ладно, ребят, на этом остановим эту серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Шамега, всем счастливо, всем пока.